Друзья, всем привет! Сегодня хочу рассказать про фен от Hyundai. Вот в таком кейсе. Значит, вот так вот он выглядит, этот фен. Вот, он с регулировкой температуры. Здесь ЖК-дисплей. Вот. Три положения у него. Ну, как у всех обычно, ну, у фенов. Вот. И прибавление, уменьшение температуры, и отображается контроль температуры. Вот. Достаточно здесь тоже такой мягкий эластичный провод, длинный. Сам фен, вот так вот, это модель H2200 Expert. Вот, у него 2000 ватт. 2000 ватт у него мощность. Вот так вот. Такой вот тоже достаточно плотный. Он не тяжелый, легенький. Вот. Прорезиненная рукоятка здесь. Вот такая вот. Удобный курок, такой одинарный, без вот этой вот дополнительной защиты. Вот выглядит вот так вот. Ну, достаточно вот удобно то, что ЖК дисплей с контролем, и недорогой, если сравнивать. Спираль здесь тоже прекрасная. Если сравнивать его с дорогущими, то он ничем не уступает всем остальным именитым инструментом. Вот это вот Hyundai. Вот комплект здесь в кейс уложены вот такие вот, они крепятся на такие вот ниши, все вот такие вот четыре насадки, то есть различные отражатели. Вот достаточно тоже, это неплохо, что они тут есть. Так они укладываются в этот комплект. Плюс здесь есть отверточка, утюжок, который вот здесь вот устанавливается специальный такой вот утюжок, выравниватель. Вот так вот он закручивается. Вот это, если, ну, такой шпатель, вот где-то подправить что-то, где-то придавить такой прессик, вот с такой приятной ручкой, из приятного металла сделан, то есть не никакой там, вот. Нормальная такая вещь. Сейчас я его включу в розетку, покажу, как он работает. Одну секундочку. Так, вот я включил его в розетку. Вот. Вот три положения. Первое положение. Вот 50 градусов. То есть сразу по умолчанию здесь он на 50 градусов нагревается. То есть это на первой скорости. Вот на второй скорости 70 градусов по Цельсию. Стрелочка показывает, когда перестанет мигать стрелочка, это означает, что он достиг своей температуры. Вот. То есть вот он. Когда нагревается, спираль, естественно, красная становится. И третье положение 80 градусов. Вот 90 градусов, там уже увеличивать можно температуру максимально до, сейчас мы посмотрим сколько, вот я, вот до 600 градусов, вот я нажал сейчас до 600, и стрелочка вверх показывает, что будет увеличиваться температура до 600. Как только она достигнет 600 градусов,
остановится вот это вот на ЖК-дисплее шкала. То есть вот он нагревается. То есть достаточно мощно. Сейчас я вот его поставлю. Пусть он греется. Я сейчас возьму какой-нибудь пакет, пластмасску, показать, как она сгорает. Вот кусок целлофана взял. То есть вот это, его можно ставить вот так вот. Вот смотрите, вот его устанавливать можно на весу что-либо тоже нагревать, накаливать. Вот, сейчас я покажу. Вот пакет я положил. Вот 460 градусов он уже достиг. 460. И увеличение вот будет сейчас. Как бы нужно ждать. Конечно, нужно ждать. Здесь вот пленочкой с упакованы ЖК-дисплей. Можно снять потом эту пленочку. Ну, такой вот фен. Очень как-то ни в чем себя не подводил он еще пока ни в чем. Вот сейчас покажу издалека. Вот, видите, накаляется спираль. Вот она там красным светится. Вот смотрите, вот как он плавит. Я показываю сейчас секунду. Вот он плавит клеенку. То есть видите, она вся шевелится. То есть можно изоляцию спокойно прогревать, смолу прогревать, рубероид, битум. То есть вот смотрите, это я на третьей скорости. Вот. Это. Вот съеживается, видите, как. Ну, я не знаю, как на видео будет эффект здесь указан, но плавит просто с легкостью. С легкостью плавит. Естественно, нужно, ну, когда работают феном, и греют, и, естественно, это процесс такой не быстрый, трудоемкий. Вот. То есть все это. Ну вот хорошая вещь такая. То есть иметь, если замерзли трубы вдруг где-то, то вполне реально растопить лед в трубах. Вот. Или на крыше, допустим, если укладывается какая-нибудь кровля, тоже проклеивать, прогревать можно спокойно. Или если санузел какой-то отделывается, да, где-то нужно вот прогреть изоляцию, гидроизоляцию, это тоже очень интересная вещь такая. Вот он работает. Вот он 470 достиг. Так, вот. Вот я на 600. Так, он еще даже готов вверх идти шкала. То есть у него вот. Вот смотрите, как съежилось. Вот я согрел. Нагрел, согрел, расплавил. Получается вот эту вот пленку. Вот, также изоляцию можно, конечно же, прогревать и стяжки делать. Ну, не стяжки, как, изоляцию, вот эту вот, как трубки изоляционные обтягивать. Вот, смотрите. Вот.
естественно, надо на расстоянии работать, желательно не дотрагиваться до материала на расстоянии. Все это нужно делать. Вот такой вот фен. Тоже Hyundai. Тоже Hyundai Corporation Korea. Сделан по-честному в Китае. Так, остужать его как надо. Вот уменьшается температура. Вот на минус. Выводится цифра на минус. Увеличивается у него скорость. Охлаждение. Вот. И переключается на первую скорость. И нужно ждать, когда он остынет. До 50. Вот. Вот он уже остыл, кстати. Уже остыл. То есть все. Он уже не греет, он уже моментально остыл. То есть это выключать нужно именно в таком порядке, чтобы не спалить спираль. Вот. И немножко подождать, пока холодный воздух не пойдет. Вот. Вот такой вот фен. Очень удобная вещь. Все. Вот. С ЖК-дисплеем. С ЖК-дисплеем вот такого плана фены стоят очень дорого. Этот абсолютно недорогой. Но в то же время это не говорит о том, что это не качественный товар. Это вот прекрасный. Очень достаточно так сделан надежно. То есть им уже работали мы достаточно так много. Все, спасибо за просмотр. Всем пока.